Капец! В Госдуме пикеты к митингам приравнивают. Физлиц иноагентами признают. Ютубу грозят блокировкой. Поскольку принтер работает на удаленке от здравого смысла, он начал закручивать гайки. Я так монетизирую. Они там движухи в Беларуси испугались. Сжался сфинктер, врубился принтер. Точняк, бро. Поэтому, чтобы никто лодку не раскачивал, у нее просто пробили дно и затопили. Офис охотников за иноагентами. От кого вызов? Не от кого, а перед кем. Перед нами срочные вызовы времени. Хотят враги нас на куски опять порвать. Мерзавцы! На их пути стоим с тобой. Страну спасем. Красавцы! Его лайками на ютубе накачали. Врубайте финансовые ловушки. Не получается. Тогда замажем клеймом иноагента. Класс! А как понять, кто иноагент? Просто. Руки есть, значит, чтоб деньги от Запада брать. Есть язык, значит, чтоб политикой заниматься. Скажи, зефирного человечка обезвредили. Тут вызов от эфирного человечка. Не затыкайте мне рот! Это мое рабочее место! Я из него рожаю правду! Спасите! Цензура! Меня не пускает тренды ютуба! Блокираторы не помогают! Роскомнадзоры тоже! Тут зверь почище телеграмма! Работаем по старинке! Новый вызов! Свобода и демократия стоят в пикете! Как? Они ж давно у нас умерли, а их призраки остались. Они нарушают закон, но какой? Пока не знаю, но сейчас напишу. Кто тут крайний? Они у нас все крайними станут. Я так восхищен! Просто без комментариев! Отстань, лизун! А? Что? Мы под тебя всю политическую поляну зачистили, чтобы на следующих выборах у Единой России все было чики-пуки. Не про чики-пукаем! Я и будильник завел на сентябрь 21-го года. Конечно. Капец! Мне этот карантин уже остоковидел! Когда это кончится? Срочно давай смирительную морковку! Угомони, Севка! Уже есть российская вакцина, американская, китайская, английская, турецкая. Вирусу капец. Ага, капец. Жаль только, что сам вирус об этом не знает.
Подходи, налетай, бери, что суют, покупай, что дают. Цена не беспилотник, не собьешь. Налетай, не скупись, продлевай свою жизнь. С хорошим спутником дорога в рай короче. Ставь вакцину Гамалея, ни о чем не сожалея. Эх, полным-полна корзиночка, в ней здоровья эликсир. Укорись моей вакциночкой, она злаще, чем зефир. Хороший товар, пощупай, понюхай. Да я тут нюх потерял. Что за дела? Вирус брал у меня, почему вакцину берешь у других? Кто первым купит вакцину, тот первым слезет с карантину и поднимет свою экономику. Чушь, свою экономику поднимет тот, кто первым не купит, а продаст. Вакцина эффективная? 70%. Зато ее можно долго хранить. А зачем ее долго хранить? А что с ней еще делать при такой эффективности? Маленький шажок для американской экономики, большой укол для всего человечества. Эффективность 90%. У нас 92%. Мы только что пересчитали. В Пенсильвании уже 95%. Элла Александровна, тут без вас никак. У нас 146%. Это как? Не заболели 100% тому вкололи, и 46%, которые рядом стояли. Как вакциной обеспечишься, то тебя не забороть. Просто глянешь, уже лечишься, можно даже не колоть. Деньги есть и есть желание укрепить иммунитет. Есть цена и есть название, но самой вакцины нет. День придет, ее отведают старики и молодежь. А пока ее доделают, продается лишь трындеж. А пока ее доделают, продается лишь трындеж. Ага! Вот они! Я давно хотел разобраться с этим заповедником! А я недавно! За что нам столько внимания? Мы не понимаем! Вы за кого? За меня или за сонного Джо? Я за Трайдена. А я за Бампа. То есть поровну! Угу. О, владыка семи королевств и 50 штатов! Король скандалов! Обладатель железного твиттера! Короче, десница, что случилось? Пора сушить железные сухари, ибо тюрьма близко! Зима близко! Пекло зиму! А вместе с ней и 20 января! Пекло январь! Январь уволен! Одичалые демократы лезут на стену! Твой дозор окончен! Дозор окончен? А позор только начинается! Я буду сражаться до последнего адвоката! Таскать за собой трон. Зачем ты его защищаешь? Но
Молчи, Иванка! В первом браке рожденная не я защищаю трон, а он защищает мою задницу. Твою, кстати, тоже. Если король слетит с трона, будут вопросы и по его налогам, и по твоим гонорарам. Кхал, упавший с трона, не кхал. А кхал? Фак! Они уже на стену лезут от желания меня свергнуть! Похоже, его поддерживает Макрон. И это, как ее? Эту девочку зовут Никто. Может, стоит начать передачу власти? Да, начинайте, но параллельно продолжайте заваливать их судебными исками. И лить кипящую смолу? Лучше помои. Лучше кипящие помои. Похоже, он готов к передаче власти, но еще поборется. Он живет в мире, далеком от реальности. Когда этот сериал закончится, фрау канцлер, мы с вами обо всем договоримся. Я прав. Девочка будет слушаться. Друзья! Ставим лайки, пишем комменты, звоним в колокольчик. Хорош гнать ретруху. Звонить нужно не в колокольчик, а в Роскомнадзор. Дорогой Роскомнадзор, вы там подкрутите что-нибудь или кого-нибудь за колокольчики возьмите. Да так, чтобы мы в тренды попали. А то трендим, трендим, а все без толку. Вы ж не всерьез? Хорош раскомпозориться! Угу! Замучили алкоголики, наркоманы, студенты и просто прохожие. Закончились словесные аргументы? Вы хотите, чтобы оппозиция попала в струю? Ваш выбор – водомет! Если у вас критические дни, а у меня критические дни каждые выходные, водомет – идеальное средство! Водомет! Впервые я узнала о водомете, когда гневно осуждала разгон протестов в Минске. Но оказалось, что в демократической стране и водомет другой, либеральный и толерантный. Водомет! Пару лет назад именно водомет помог мне очистить улицы от желтых жилетов. Никаких пятен! Водомет! Водомет принесет в ваш дом тишину, спокойствие и правительство в изгнании. Водомет. Народу нужен глоток свободы. Водомет – идеальное решение. Наглотаются все. Водомет. Водомет. Вас каждый поймет. Просто сногсшибательный эффект. Водомет. Выходите на улицу прямо сейчас! И кроме водомета, вы получите бесплатный набор ударов дубинкой по заднице! Для первых допротестовавшихся подарок-комплект светошумовых гранат «Неделька протестов». Предложение действительно только для жителей Беларуси. Водомет!